На судне, прибывшем из порта Фусики, Япония, у одного из членов экипажа, должностными лицами Владивостокской таможни, были обнаружены незадекларированные товары. Более 230 килограмм различных товаров пытался ввести в Россию без уплаты таможенной пошлины 26-летний матрос-практикант. Среди незаявленных одежды, обуви, бижутерии, рыболовных и автомобильных товаров обнаружены старинные карты города Владивостока, альбом с черно-белыми фотографиями, брошюры, цветные черно-белые почтовые карточки, печатное издание, посвященное участию японских вооруженных сил на боевых действиях на Дальнем Востоке. Всего 64 предмета. Все эти товары, по мнению экспертов, представляют историческую и культурную ценность, а также относятся к периодам русско-японской войны 1904-1905 годов, японской интервенции на Дальнем Востоке и гражданской войны. Обнаруженные товары и карты и другие объекты представляют научный интерес, а также помогут открыть ранее неизвестные страницы истории. За нарушение таможенных правил матрос Владивостокской таможни привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях. Незадекларированные товары изъяты и по решению суда обращены в федеральную собственность.